что в Осетии очень сильные борцы, и на сегодняшний день очень хорошая школа. И если взять вообще историю вольной борьбы, самые большие олимпийских чемпионов – это из Северной Осетии. Это были лучшие представители осетинской команды вот на этом турнире? Нет, это не были лучшие представители, потому что от сборной команды России там только выступало два человека. Это Беси Кудухов и Ильбек Фарниев. Остальные ребята все были молодые, которые только-только начинают себя проявлять. И это на уровне кандидата, на уровне мастеров спорта. Ну и на наших экранах первая схватка сборную команду Осетии представляет Гарик Берсегян, а за Соединенные Штаты выступает Самуэль Хейзвинкель. Что мы сейчас видим? Можете немножко коротко о правилах рассказать? И сейчас что мы видим? Только что схватка началась. У нас, конечно, каждый год практически меняют правила. То есть, если, допустим, при счете 0-0, судья берет и кидает, ну, берет шарик. Если, допустим, попадает там красный шарик, тогда красный берет ногу. Если синий, тогда синий берет. Если, допустим, за 30 секунд надо взять бал, или его сбить, или вывести за ковер. Если ты за 30 секунд это не успел сделать, значит, бал в другую сторону. Если успел, значит, бал тому, кто взял, допустим, ногу и сбил или перевел. А для того, чтобы заработать очки, какая градация вообще системы очковой? Ну, у нас есть самая большая градация, это пятибалльный бросок, это 5 баллов, восстанавливает схватку и начинает уже заново, то есть со следующего периода. То есть это надо, чтобы бросок был с амплитудой, чтобы оценили судьи на 5 баллов. Вот в том случае останавливает схватку и начинается уже со следующего периода. У нас есть и 1 балл, и 2 балла, и 3 балла, и 5 баллов. А, вот только что получил балл россиянин? Да, только что он перевел, сейчас балл получил. Если он его сейчас переведет через... если рука, допустим, прямая и переведет на другую руку, так, перевернется в одну в другую сторону, это значит балл. А если, допустим, рука согнута через локоть, это значит 2 балла. Всего 2 периода по 2 минуты, да, каждый? Всего 3 периода по 2 минуты. То есть, если, допустим, борец с синим трико выиграл один период, борец в красном трико выиграл второй период, тогда в том случае бывает третий период решающий. Ну, как в теннисе. То есть до 2 побед? Да, до 2 побед, как в теннисе, то же самое. Если вообще говорить о вольной борьбе, сейчас какие сильнейшие регионы в стране? Ну, сегодня у нас в стране самые сильные регионы – это кто? Дагестан, Осетия, Красноярск, Кабардино-Балкария, Чечня. И очень, сейчас на очень хорошем подъеме – это Кабардино-Балкария, потому что там сегодня представители весовой категории, там 120 килограммов, это Билал Махов, это стал двукратным чемпионом мира. В прошлом году тоже чемпионом мира стал, и его признали лучшим спортсменом месяца. Есть там, сейчас в этом году будут претенденты тоже на чемпионат Европы, кто уже в олимпийскую сборную команды России попал. Это Анзор Урышев, это весовая категория 84 килограммов. Он был серебряным призером Ярегинского турнира. Это отборочный турнир, у нас каждый год проводят. Кто хорошо выступает, мы их уже начинаем проверять это на чемпионате Европы и на Кубке мира. А конкуренция сильная внутри российской команды? У нас внутри конкуренция очень сильная, потому что практически в каждой весовой категории у нас есть чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Поэтому... даже если у нас вот такие примеры, когда олимпийский чемпион не попал в олимпийскую сборную команду и на Олимпиаду поехал другой спортсмен. Я имею в виду, вот, допустим, 96 килограммов. Имея там олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова и четырехкратного чемпиона мира Гацалова, туда поехал чемпион Европы, чемпион России,
Мурады Ширван, Ширвани Мурадов, и стал олимпийским чемпионом. То есть у нас вот такая конкуренция жестокая. То есть в каждом весе сразу несколько человек могут... Да, да, да. Даже вот в тяжелом весе возьмите. Тоже перед Олимпийским год выигрывает Билал Махов в тяжелом весе. И поехал Ахмедов Бахтияр. И стал серебряным призером Олимпийских игр. То есть у нас вот такая разница. Или возьмите там, допустим, весовая категория 74 килограммов. Перед Олимпиадой выиграл чемпионат мира Махач Муртазалиева, поехал Буйвайсар Сайтиев. То есть у нас настолько вот в каждой весовой категории такая конкуренция. То есть у нас есть отбор, критерии отбора. То есть если спортсмен выигрывает чемпионат России, чемпионат Европы, там Кубок мира, там, тогда и независимо от этого, в этой же весовой категории, если есть спортсмен, который же на таком же уровне чемпион мира или олимпийский чемпион, и когда он не попал на, допустим, внутреннем соревнованиях, не попал, а потом решающий бывает все равно чемпионат России, если даже целый год он пропустил по разным причинам, или в личной встрече он проиграл и не попал на Кубок мира или на чемпионат Европы, да, тогда у нас решающий бывает критерий отбора – это чемпионат России. Если он его в личной встрече выиграл и стал чемпионом России, он может претендовать уже на поездку в Олимпийские, на Олимпийские игры. А для того, чтобы стать чемпионом России, какие отборочные вот этапы к чемпионату России люди проходят, чтобы попасть вот уже в основной костяк сборной команды? Вот у нас, чтобы выступать на чемпионате России, и в начале года у нас каждый год бывает Яригинский турнир. Яригинский турнир тоже не каждый попадает, потому что в каждом федеральном округе проводятся чемпионаты. Допустим, Южный, Центральный, Федеральный округ. И там уже в зависимости у кого, смотря в зависимости, какая конкуренция и кто в сборной команде, от этого зависит. Допустим, в Южном федеральном округе попадают там 6 человек. Там. Понимаете, там центральному попадает 3 человека. Это зависимость, где как развита наш вид, вид спорта. Да. И от силы у нас бывает на чемпионате России где-то 20-25 человек. А, только что россиянин проводил бросок, но американец упал уже за борцовский ковер. Это оценивается? Это оценивается. Это если начало приема было на ковре, а потом уже за ковром завершили прием, конечно, это прием оценивается. А что вообще можно сказать о россиянине, который сейчас выступает, Гарике Барсегяне? Он входит вот в костяк вот основных борцов или нет? Ну, Гарик Барсегян, он еще молодой спортсмен, он всего лишь бронзовый призер Южного федерального округа. Там молодой спортсмен, просто из-за того, что сегодня матчевая встреча, сборная команда США и Осетия, каждый уже главный тренер региона, он уже ставит ту команду, которую он считает нужной. Американцы сильные, хорошие конкуренты? Ну, американцы вот одни из тех конкурентов для сборной команды, которые сегодня они привезли первый состав, потому что после Кубка мира они сразу же приехали сюда, в Северную Осетию, и здесь просто матчевую встречу...